Что касается сильного желания властей нормализовать армяно-турецкие отношения, что нам следует ожидать? Я очень хорошо знаю темпы тюрков, азербайджанцев, нашего этнографического развития, не считая того, что сегодня значительная часть нашего населения настроена покинуть страну. Найти себе тихий уголок, существовать там. Если границы откроются, будет мощная атака турецкого капитала на нашу бедную экономику. И через 5 лет национальный состав нашей республики существенно изменится. Через 10 лет представители азербайджанского этноса потребуют автономии. Тогда мы забудем о Карабахе. Потом будут общенациональные выборы. Мы с ужасом заметим, что мы либо азербайджанское государство, либо часть Азербайджана, либо часть Турции. Это вовсе не пессимистический прогноз. Совокупность фактов всех времен приводит к мысли, что там, где укоренился туранский корень, мы неизбежно либо двинемся, либо кончим. Если это правительство останется, через 15-20 лет забудьте, что у нас будет армянское государство. Отметил литературовед Серж Срапоньян. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.